Для меня восстание Донбасса оно не вписывается ни в какие картины пропаганды, ни в безукоризненно светлое, ни безукоризно безукоризненно темное, ни в российское, ни в украинское. Для меня Донбасс это самодостаточная сила восставшего народа, который, может, до конца не понимает, что он просто сделал и ради чего он борется, но постепенно в борьбе обретает право свое и самосознание свое. С первого же дня я там нахожусь наездами к сожалению постоянно там не могу находиться и постоянно говорю им говорю им говорю им вы авангард вы политическая сила вы не просто часть там какого-то русского мира или украинского мира вы люди которые восстали против правящих элит которые превращали вас в рабов просто в машины просто в мусор под своими ногами вы имеете право на нормальное демократическое народное государство. За это и надо бороться. Я был счастлив, когда они создали Донецкую Народную Республику. В какой-то мере это, по крайней мере, одна из первых форм народовластия на постсоветском пространстве. Ре -ре 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 Реально. Да, конечно, олигархи и бюрократы всех мастей и криминал интернациональный будут пытаться это все подмять под себя, девальвировать и так далее. Но уже из песни слова не выкинешь. Уже люди стояли под красными, под черными знаменами, под черно-сине красными знаменами ДНР, под знаменами Луганской Народной Республики. Уже были не знаю, Александр Захарченко, Александр Ходаковский, Андрей Пургин, Павел Дремов, Алексей Мозговой, другие командиры народного сопротивления, народные бойцы, и, и атаманы, и уважаемые люди, и герои, которые бились, бились и бились в превосходящей армии это мы уже никогда не забудем. Уже правящие элиты допустили серьезную ошибку, что позволили этому восстанию развиться в то, что оно существует. Конечно, они его задавят и скомпрометируют, постараются, но память о нем останется.